рука речирийская, или обезьянье дерево, еще называют. Ну, или, на самом деле, дерево обезьянье загадка, потому что оно очень колючее, и вот эти иголки на нее, или листья, это настоящие шипы. Ну, или можно даже сказать, что это наконечники копий, такие они острые, причем покрыт и весь ствол. Когда растение достигает возраста 50-60 лет, то на ней образуются шишки. Вот там, кстати, сверху такое ощущение, что находятся шишки, это не шишки. Это побеги, которые потом отваливаются. Происходит сброс части побегов. Он выглядит как шишка, на самом деле нет. Шишки более большие, крупные, там очень много семян вкусных и сладких. И вот, чтобы добраться до них, обезьяну нужно решить целую головоломку. Как так залезть и шишку съесть, и не повредить мягкие части тела, об это острое и колючее растение. А рукарий все прекрасные. Это растения еще помнят динозавров. От них веет древностью, историей и какой-то невероятной магией. Семейство большое, с одной стороны, но сегодня уже не так много видов, как в те далекие времена динозавров. Тем не менее, еще можно на них посмотреть, полюбоваться и восхититься. Великолепное, прекрасное дерево.